OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Серйозно повреждено дорожне полотно на нескольких пролітах Кримського моста. Вот такая пробка. Сколько можно это все терпеть? Сколько же можно? Это же неприятный момент. Сколько можно? Сколько можно быть терпилами? Опять нам взорвали мост. Давайте хотя бы морально удовлетворим россиян. Хватит глотать. Нет, надо отвечать однозначно. Ну и так уже всех охочет. Ну сколько можно длиться этому говнищу? Ответ со стороны России, конечно, будет. Хватит, все. Нужен ответ. Уже накипело у всех. Мы, в конце концов, великая держава. Наш народ, он великий народ. Просто великий народ. Такого народа больше нет. Мы великая, великая. Мы великая страна. Русская культура самая глубокая в мире. Ну вот надо что-то делать, а не говорить. Я великий умывальник, знаменитый Майдадыр. В этом великая освободительная миссия нашего народа. Вот вчера после подрыва Крымского моста вы заявили, что это определенно хорошие новости. Сейчас, когда уже более-менее стало ясно, какой именно ущерб нанесен мосту, как вы оцениваете вот успех этой операции? Выполнена блестящая операция на дальности за 500 километров. Это понятно, что после опубликования фото-видео по повреждений. Здесь без вариантов. Это подрыв надводного беспилотника. Два удара было. То есть двух надводных беспилотников. Это беспилотники, которыми в свое время, еще 29 октября, работали СБУ, Служба безопасности Украины, Военно-морской флот Украины в паре по Севастопольской бухте. Такие же взрывы, такой же примерно удар, потому, скорее всего, это вот эти глиссирующие катера, которые прошли где-то чуть больше 500 километров под управлением и дальше подорвались снизу мост, так как это не ракетная и не удар беспилотников, нет на парапетах моста сверху никаких поражающих факторов, то есть подрыв снизу. Значит, отлично выполненная операция. Пресекли, как минимум, автомобильное сообщение военных грузов полностью выключено из трафика поставки военной амуниции в Крым, в Херсон и Запорожскую область. Но, тем не менее, полностью мост из строя не выведен. Как вы считаете, почему? То есть так и планировалось, либо все-таки не до конца, может быть, что-то рассчитали? Дело в том, что точно рассчитать сложно. Удар был по одной стойке, то есть и оба катера били именно по одному пролету моста. А второй пролет, даже если остается, то в реверсивном движении вряд ли будут использоваться военные грузы. То есть пропускать военные грузы через него точно не будут. Тяжелые грузовики, скорее всего, автомобильную ветку моста будут использовать только для движения гражданских машин и не более того. Так уже было. Потому достаточно вывести из строя одну ветку для того, чтобы отсечь сухопутный коридор в Крым, именно автомобильный. Железнодорожный мост так практически невозможно уничтожить именно ударом беспилотника надводного. ЖД-мост можно уничтожить, если поджечь идущий на нем поезд либо с боеприпасами, либо с техникой, либо с топливом. Лучше с топливом. Сегодня была информация от оккупационных властей Крыма о том, что рой беспилотников до 30 шел в сторону Крымского моста. Вот как раз вот таким роем можно идущий с топливом поезд поджечь на мосту, и он будет гореть вот примерно вот так, как горел в прошлом году такой же поезд. То есть удар не по самому мосту нанести, а именно по поезду, который везет топливо. А их там много проходит. То есть по ЖД-мосту основная часть топлива проходит. Сейчас россиянам, которые едут в Крым, либо возвращаются из Крыма на территорию России, предлагают сухопутный маршрут. И за последний месяц 22
раза этот маршрут, населенные пункты вдоль этого маршрута подвергались обстрелам. Скажите, можно ли сказать, что БСУ и сейчас держит этот путь под контролем огневым? И насколько вообще этот подрыв моста сейчас поможет украинскому контрнаступлению? Ну, он как минимум уменьшит количество военной амуниции на Херсонском и Запорожском направлении. Это именно туда, через этот мост, на южные фронты шли боеприпасы. Уменьшит, но не полностью остановит. А вот поток гражданского населения, вот он может остановить. Дело в том, что сейчас гражданские начнут двигаться через Перекоп или Чангар, но по Чангару тоже может быть нанесен удар. Уже был раз нанесен. Я думаю, повторный удар по Чангару весь трафик, весь поток отправит на Армянск, а здесь они пересекутся. Военные грузы, гражданские, так как объехать очень сложно, потому, я думаю, будут созданы такие пробки конкретные из гражданских в том числе. Ну и дальше движение по сухопутному коридору будет происходить под 300 километров под ударами украинских средств поражения. Мы достаем сейчас до Азовского побережья, потому весь трафик будет также контролироваться уже с помощью дальних средств поражения. Плюс, раз ударили по Крымскому мосту, значит, в ближайшее время может быть нанесен удар по Таганрогскому мосту. Это как раз сухопутный коридор. Идет через Таганрог, Таганрогский мост через Миусский залив. Там такой же мост, как и Чангарский. То есть выведение из строя вот этих трех мостов, Крымского, Чангарского и Таганрогского, вот он может полностью остановить трафик военной амуниции на наши фронты, на южный фронт. Ну что ж, будем следить за еще одним мостом. Ну и такой еще хотелось бы задать вопрос. Вот Владимир Путин накануне провел совещание после подрыва моста и заявил, что последует ответ. Вряд ли, хотя, может быть, как вы считаете, вот этот обстрел сегодня Одесской области и Николаевской, это и был ответ Кремля на атаку моста? Нет, это была плановая атака. Так быстро нельзя подготовить атаку. Атака готовится где-то до недели. А какой, каким может быть ответ, на ваш взгляд? Может быть массированный удар, допустим, нескольких десятков ракет. Вот сегодня была атака, конкретно привязанная к выходу России из зерновой сделки. Они ударили по порту, по портам. Сначала шахедами, там 25 шахедов мы сбили, и 6 ракет шнур калибра мы их тоже сбили. Но общее направление движения было именно по портам. То есть это выход из сделки. Он хотел хлопнуть дверью после выхода. А удар мощный может быть большим количеством ракет. Но готовить широкомасштабную атаку ракетную, 50-70 ракет, это надо дней 10, неделю это минимум. Потому если и будет ответ, то не в ближайшее время, может быть на следующие выходные.